Так, всем салам алейкум. Вы на канале Mother Time, здесь мы. Короче, вот, я обновил игру, не дали вот такую вот награду за прохождение игры. Всем салам алейкум, вы на канале Mother Time. Сегодня я расскажу, что давали в обновлении 0.16.0. Первое, что давали, это новый пас, Dragon Rise. Вот новые наклейки, новые ножи, новые скины и новые брелки. И как-то, да, там 75 уровней. Пас будет длиться 55 дней. Ну, почти 2 месяца. Потом добавили новый кейс. И вместо обычных ножей в новом кейсе будут перчатки. Новый кейс называется Empire Case. Также добавили новый интерфейс на вообще в игре. Плюс добавили новые звуки. Голосовой чат добавили и новые звуки. Типа там на настройках можно включить. Типа как реалистичные звуки. Плюс новый режим Storm и новая карта Сакура. Плюс новый режим еще союзники. Типа 2x2. Только не на всю карту, а на пол карты. И вы там 2x2. Ну вы поняли. Напарники, можно сказать.